Здравствуйте, мои необыкновенные. Я счастлива видеть вас на своем канале Тара Солнце. Давайте посмотрим, что хочет мужчина передать. Мужчина говорит, что ты мой шанс, который дала мне Вселенная. Что хочешь еще передать? Ну, мужчина говорит, что сейчас происходит очень сложный период, период трансформации в ваших отношениях, когда, знаете, все вот негативно, это нужно пережить. Вот знаете, как он говорит? И это тоже пройдет. Здесь, возможно, вам совет, либо же подсказка. Но он говорит, что будут перемены в наших отношениях, будет преображение и будет приход чего-то нового. Закрываются двери чего? Двери закрываются долгим ожиданием. И он говорит, я ворвусь в твою жизнь, в твою реальность. Здесь, возможно, сообщение, здесь, возможно, звонок, либо же приезд, прилет, но быстро. Он говорит, что я это сделаю, и поверь мне, кстати, предвестником будет здесь радуга, изображение радужное, либо же радужные энергии, кто видит энергии, либо же вы увидите что-то, что напоминает вам радугу. Девчоночки, вот такое вот послание от него, ставьте сердечко, пишите «принимаю, благодарю», напишите ему непременно ответ в комментариях, он ждет, ему важна и нужна также ваша поддержка, потому как трансформация никогда не происходит легко, ни для одного из партнеров. Всех обнимаю, целую. До встречи!